В общем, 25-ка 20-го года. Четыре тяги на сайлентблоках. Четыре ставки. Сколько ты метров сказал? 41. 41 метр. Ну это же как К5, да? Там А, тут больше. Сука. В общем, вот такой ЛСС. Противовес съемный. Противовес 5,5. Чтобы амортизаторы не рвало, цепи стоят. Да. Ну и чтобы не падали нахуй. Рессор нету. Стоят подушки вот такие. Чего? 6400, а у нас 6, да? У простых. Да, ну нафиг. Ну, таблицу, зайди таблицу, посмотри. Толик, что, чего, а? Электронасос стоит без двигателя, можно краться. Да, кстати, вон иди покажи. Где, где, где? Вон вниз, спустись вниз. Электронасос? Да, вот электронасос стоит. Когда мотор по пизде пойдет, ну? Можно сложиться. А так и более. Который флюгер, да, у тебя стоит? Да хуй его знает, как да, он да, называется. Да, да. Сейчас, вон он крутится. И у тебя потом на компьютере показывает? Да, до 14 метров. Потом он что, пикает? Хуй знает, я ветер жду такой. У нас, смотри, вот этот цилиндр здесь же стоит, да. А потом вот этот самовар. Да. А тут наоборот. Не, здесь, видишь, унесли дальше нахуй, вынесем. Тот палец, видишь, у нас стрелял, в общем, в этот, дальше унесем. За поворот. Ножка. Двери купе. Такое окошко. В общем, вот мозги. Тут вот тоже. А это что? Это, блядь, верхняя, которая с антенкой. Да-да-да, типа Wi-Fi. Это когда возле проводов работаешь. А, лэп, лэп. Да-да-да. А. Вот, это высоковольтная, у меня... В общем, датчик на лэп вот это. Так, сейчас. Посмотрим телевизор. Вот это стопор поворота. Он на трусике. Какой? Сейчас покажу. У тебя что, даже запасовку показывает? Я первый раз вижу. А, да, кстати, обзор хороший. Вон он, нож какой. В общем, тут вообще лежать прикольно. Даже здесь зеркало, да? Где это?
Нет, где? Там сзади. С той стороны, выйди. Наверное, будет лучше. Телевизор там. Сейчас садим камеру, посмотрим. Я прям сзади? Вот, прям под плафоном. Да? Смотри, смотри. А, вот. Блядь, как на иномарке. Это, телевизор покажи. Сейчас. Так, сейчас. Там power нажми, правая кнопка у вас. Где? Да вон на телевизоре самом. Там кнопка power. Подожди. Ну, может, ее держать надо. Не-не, только один раз я. Блять, может, ключа-то, что здесь да, нету. Где ключ нахуй? Вот это что, от него? О-о-о. Вот это вид сзади. Сос хуёс там, блядь. Всякая хуйня, блядь. Кондёр есть? Да. Вот же климат весь нахуй стоит. Да, неплохо. И чё, заебись? Не нравится, как он поставлен, блядь. Здесь нахуй ключ убираешь вообще. Можно оттуда, блядь, всё включать, поебать. Будет работать, нахуй. Они как через раздатку сделают, блядь. Сначала там потуши всё, нахуй. Ну, зеркала красивые, да? Да. Обогрелся, все хуйня уже тоже. Ну, блядь, надо, значит, его надо чуть-чуть пригнуть.